Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Давайте рассмотрим задание номер 914. Нас просят найти расстояние между двумя городами, если 4 девятых этого расстояния на 20 километров меньше всего расстояния. Запишите слово «решение» и поможем себе, рассмотрев отрезок. Нарисуйте, пожалуйста, отрезок, который состоит из 9 равных единичных отрезков. Это весь наш путь. Обозначим его АБ. Вот оно наше расстояние между городами. 9 равных частей. Смотрим 4 девятых этого расстояния. Берем 4 единичных отрезка. Четыре девятых этого расстояния на 20 километров меньше всего расстояния. То есть, если к этому расстоянию 4 отрезка из 9 добавить еще 20 километров, то как раз мы получим все расстояние. Все, что нам осталось сделать, это найти, сколько частей составляют 20 километров. Для этого из всего пути, а это 9 девятых, то есть а единица, отнимаем 4 девятых. Получается 5 девятых. 5 девятых частей. Составляют 20 километров. Ну а теперь нам достаточно вспомнить, как найти целое, зная его часть. Для этого достаточно наше целое 20 километров поделить на 5 девятых частей. Сделаем это на черновике. Для того, чтобы поделить число на дробь, достаточно. Давайте запишем это число дробью 21. Деление заменяем умножение на дробь обратную делителю. Для 5 девятых обратная дробь это будет 9 пятых. Произведение двух дробей есть дробь, числитель которой произведение числителей, а знаменатель произведение знаменателей. 1 умножить на 5 это будет 5. 25 сокращаем. 20 поделить на 5 – это 4. 5 поделить на 5 – это 1. И нам достаточно теперь 4 умножить на 9 – это будет 36. Итак, 36 километров. Это и есть весь путь. Все, задача не решена. Записываем ответ. Весь путь у нас составляет 36 километров. Вот и все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.